Совершая важные сделки или планируя их в будущем, каждый из нас хочет быть максимально осведомлен о юридических нюансах и возможных последствиях своих действий. Нотариус как раз тот человек, который способен разъяснить права и интересы гражданина и предоставить полную и грамотную консультацию по совершению нотариальных действий. Воспользоваться такой услугой в нашем городе не составляет труда, ведь акции по бесплатному консультированию проводятся на регулярной основе. Начиная с сентября 2021 года. Регулярно на базе Брестской центральной городской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина в читальном зале проходят консультации граждан по правовым вопросам. Такие встречи проводятся не только в нашей библиотеке, но и в других филиалах, где есть публичный центр правовой информации. Чтобы попасть на такую консультацию, нужно предварительно записаться по контактному телефону. Также хочется отметить, что данные встречи пользуются довольно высокой популярностью. И в этот раз к нотариусу нотариальной конторы Московского района Ольги Зеленко записалось порядка 20 человек. Самыми актуальными для граждан по-прежнему остаются вопросы наследования, написание удостоверения завещания, оформление отчуждения наследства. Все чаще интересуются и составлением брачных договоров. В течение года у нас запланировано 10 дней по бесплатному консультированию граждан по правовым вопросам. Сотрудничаем мы с 5 библиотеками нашего города, и в порядке вот того времени, которое нам выделено для проведения консультаций, мы консультируем порядка 20-25 человек. Поэтому факты и отзывы граждан говорят сами за себя, что это мероприятие очень даже востребовано. Желающим стать участниками акций стоит обратить внимание, что подобные мероприятия чаще всего приурочены к государственным праздникам и важным датам. Информация о проведении консультаций нотариусами предварительно размещается как на сайте библиотек, так и в средствах массовой информации. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Ремонтович, телекомпания БукТВ.